Рекламно-информационная программа. Культпоход. 12:06. Мы приветствуем вас в начале программы «Культпоход» на 101.0. Николай Голиков. И Владимир Сметанин. И наши гости. С большим удовольствием их представляем. Так хотелось музыки хорошей в этот холодный осенний денек. И музыка сегодня вам будет. За нее... Вы хочете песен? Вы их есть у наших гостей. Вы их получите. Да. Сегодня у нас не в полном составе, но можно сказать, что лучшая часть коллектива под названием «Эльтанго». Во-первых, голос «Эльтанго». Алена Кошкина. Алена, привет. Здравствуйте. Добрый день. Руки «Эльтанго». Николай Донецкий, непосредственный... Как-то ты очень его до рук сократил. Руки, которые трогают струны, в том числе наших душ. Вот так вот, да, Николай Донецкий? Вернулся. И нервы участников коллектива. Добрый вечер. Ой, добрый день, друзья. Добрый вечер тоже, да. Пусть будет добрый вечер. Мы еще раз поздравляем коллектив «Эльтанго» с 15-летием. Спасибо большое. 2018-й юбилейный. Давайте обо всем будем говорить чуть позже, но для начала хотим настроиться на особый лад музыкальный и хотим, чтобы вы нам сразу же сходу исполнили. С удовольствием. Да, пожалуйста. В этот коктейль пожалели соли. Сердце принцессы изъедено молью. Бедная Лиза ни сверху, ни снизу кормит себя словам. Каждую ночь обращается к Богу. Переведи меня через дорогу. Подобные письма неясного смысла обычно уходят в спам. Сможет найти ответы. Только кораблик плывет по ветру, и никого в нем нет. Где она, кто и с какой планеты? Вряд ли кто сможет найти ответы. Только кораблик плывет по ветру, и никого в нем нет. Мир ее тонет в черной гуаши, а Лиза плывет в корабле бумажном. Она не хотела, но выдали тело и дали команду плыви. И вот плывет сквозь дожди и страны, а рана никак не становится шрамом. И сказочным принцам придется разбиться о стену ее нелюбви. Где она, кто и с какой планеты? Вряд ли кто сможет найти ответы. Только корабль плывет по ветру, и никого в нем нет. Сможет найти ответы. Только кораблик плывет по ветру, и никого в нем нет. Оу! Бам-бам-бам! «Эльтанго», Николай Донецкий, Алена Кошкина. Ну, я ожидал, что мы с минорной композиции начнем. Да? Ну, так, грубо говоря, с минорной. Ну, вообще, это, наверное, это самая веселенькая композиция из авторских, которая есть у нас. Еще да. Будет, еще будет как-то. Твои ожидания полностью сбудутся. Да. Да. Спасибо большое. Композиции у нас еще будут звучать, безусловно. Ну и, конечно, вас, слушатели, мы информируем о том, что у нас будет розыгрыш, как обычно. Призов очень много, 211-101. Но давайте для начала с нашими гостями все-таки о 15-летии коллектива и о тех мероприятиях. Да, в конце концов, юбилей-то у них, а не у нас. И о тех мероприятиях, которые грядут в ближайшее время. Николай. Да, наш долгожданный 15-летний юбилей мы будем праздновать 10 ноября. В день... Полиции? Ух ты. Да. Да, ну что ж, пусть так. Полиции повезло. Так, почему нет? Всю полицию приглашаем. Да. Приглашаем, конечно, приходите. Праздновать мы будем большим концертом, новой программой на большой сцене «Гауди». Будет шикарный свет, отличный звук и совершенно новая программа, которая будет называться «Серебряный век».
Обоснуйте, почему серебряный. Я даже начинаю догадываться, почему. Сейчас Николай все расскажет, да. Вообще, мы все в школе проходили... Например, у меня в школе была любимая тема по литературе «Серебряный век». Поэты, в частности, «Серебряный век». Ну, конечно, да. Поэты искусства «Серебряного века». Николай, тебе повезло со школой. Когда я учился в школе, этих поэтов еще не изучали. Там из них был только Блок и Брюсов, потому что они приняли идеи Великого Октября. В остальных табу было наложено. Да. Остальные как бы были где-то задним планом. Немножко Маяковского еще, я думаю, было. Ну, да, да, да. Конечно, Маяковского было много, кстати. Про заседавшиеся там все. Улица, фонарь, аптека. Ну, это Блок, да. Да, Блок. Ну вот, и как-то с самого детства, наверное, у меня стоит несколько, даже не один, несколько томиков «Серебряного века», довольно много стихов. Я их читал, впитывал их, это к вопросу о грустных песнях, впитывал их настроение. И почему-то я понял в один момент, что это примерно то настроение, которое мне нравится и в музыке тоже, потому что вся моя музыка, которая пишется, и песни, которые пишутся, они как-то... Ну, очень схожи с этим настроением вот «Серебряного века», немного грустным, немного декадентским, немного каким-то фантастическим даже или мистическим. Мистическим, скорее, да. Скорее, да. Символизма очень много, естественно. И поэтому захотелось, точнее, не то чтобы захотелось, я не смог придумать ничего другого, потому что эта мысль о «Серебряном веке» меня полностью как-то поглотила, мое творчество. И мы написали некоторое количество песен. Во всей этой программе будет только одна кавер-версия. Вот. Но опять же на стихи «Серебряного века». Написали. Давайте конкретизируем, кто написал. Всю музыку написал я. Аранжировки мы делаем совместно с группой «Эльтанго», конечно. И Алена всегда привносит свои какие-то видения, мелодии, которые я придумываю. Это правильно, это очень хорошо. А тексты, Николай? Тексты я не будут... Тексты будут Марины Цветаевой. А, все-таки положенные Чирубина на музыку Николая Габриак, Донецкого. Александра понятно. Блока, Владимира Маяковского. Что ж там еще будет-то? Ну, Чирубина де Габриак, вы вспомнили. Это вообще-то такая редкая фамилия довольно-таки. Ну да, но как минимум очень интересная. Очень интересная поэтесса. Так что, друзья, это будет ох. Это будет ох. Вот, я вчера написал сценарий этого мероприятия. В этом мероприятии, кроме музыкантов «Эльтанго», будут участвовать еще, как это правильно сказать, участники лит-клуба «Борода». Или один участник лит-клуба из двух. Потому что один-то участник лит-клуба у нас здесь, вот с гитарой. Это точно, да. Я даже немножко еще чуть-чуть подотрастил бороду. Ну, Мишу Лицарева, безусловно, имеем в виду. Миша Лицарев, конечно, будет. И будут еще наши друзья-актеры из театров наших кировских. Бородатые. Не все. Не все. Андрианов, ну, как бородатый по-прежнему. Да, ну мы еще пока не договорились ни с кем, потому что только вчера ночью пришло полное видение этого проекта. Мне кажется, это будет крайне интересно, как минимум. А что там участники лит-клуба-то? У них какая роль хотя бы там, в нескольких словах будет? Они возьмут в руки инструменты, они будут они петь, читать. В руки свой главный инструмент — голос. Голос. И, конечно же, они будут читать стихи. «Серебряного века», опять-таки. Разумеется, но вся программа подобрана с неким... даже с неким сюжетом, я бы сказал. То есть это не просто декламация стихов, это и мелодекламация, и какие-то импровизационные музыкальные моменты вместе с поэзией, с песнями, с каким-то неким перформансом, со светом. В общем, я уже вижу это мероприятие. В общем, как на сцене. Это принято говорить, мероприятие музыкально-поэтическое. Музыкально-поэтическое. Да. Вот у меня к Алене вопрос. Вот смотри, вот тебе понятно, тебе нравится там «Серебряный век». Алена, вот это вот он не давит, не тиранствует этим. Нет, таким... пока не тиранствует. Нормально, может, Алена, может, Алене не серебряный, золотой век. Золотой, наоборот, там 20 век, конец там нравится какой-нибудь. Иосиф Александрович Бродский, например, да. А ну, тут он со своей Чирубиной де Габриак и говорит, вот пой. Ну, такое тоже присутствует. Ну, хорошо, ну, ложится нормально? Делать? Конечно, ложится, все хорошо. Стихи красивые, самое главное, музыка хорошая. Ну, про музыку я не спрашиваю, это понятно уже. Про музыку плохо говорить в этой студии. Нет, вот как раз этот вопрос меня больше всего и волнует. Стихи-то точно хорошие. И великие, и гениальные. Насчет музыки посмотрим через какое-то количество времени. Может быть, она останется, а может быть, она канет в лету. Нет, ну у нас же есть песня на стихи Цветаевой. Достаточно давно мы ее написали. Коль написала, она же живет. Напомните, эта песня...
Вот опять окно, где опять не спят. Бессонница. Она, кстати, тоже будет в этой программе. Да, музыкалось такое. Ну, это я вспомнил Петра Мамонова, у него эта фраза есть великолепная. Николай, мне кажется, ведь это достаточно небыстрый и мучительный процесс, когда ты читаешь, да, перечитываешь эти стихи, и тут же одновременно какие-то мелодии должны приходить. Да ведь? Не просто ведь все это рождалось? Нет, это рождалось все... Написание музыки. Это рождалось все непросто. Тут самое... Надо, чтобы ведь еще не походило одно на другое. Да, да, как-то да нет, дело... Разные оттенки тут, да, должны быть. Да, оно и не может походить одно на другое, потому что стихи настолько разные, категорически разные стихи, разные авторы. Тут скорее сложность была в каком-то глубоком проникновении в текст и в его ритмику и мелодику. Uh-huh. Потому что, ну, одно дело Чарубина де Габриак, например, чей текст поется вот прям сразу. Вот uh-huh. он сразу, я его увидел, понял, все, это песня. Это песня. Вот, а, например, стихи Владимира Маяковского. Давайте, да, вот меня как раз заинтересовало. А если не секрет, на какое стихотворение? Секрет. Секрет. Вот. Я это стихотворение перечитал и в голове прокрутил, наверное, несколько десятков тысяч раз. Я просто в течение последнего года, вот Алена не даст соврать, когда я сказал, что, слушай, я начал писать песню на стихи Маяковского. Потом прошло полгода, я говорю, слушай, я почти уже написал. Я продолжаю писать. Продолжаю писать песню на стихи Маяковского. Ну а как, это ж пишется, ты не сидишь с гитарой, ты просто ходишь и эти стихи вот так вот крутишь. И не знаешь, где именно тебя накроют и в какой момент. Вот. А потом вот в один момент просто хлоп, и все. И сошлось. И стало понятно мелодика, стало понятно, уложилась ритмика в квадрат. Причем стихотворение, оно всем, оно, пожалуй, самое известное, но оно настолько сложное, потому что там не совсем, там очень длинные фразы. Очень длинные фразы. И поэтому вот это было, да, это было даже немножко мучительно, наверное. Ясно. Очень интересная беседа у нас складывается. Просто нам сейчас нужно сделать небольшую паузу и уже начать задавать вопросы нашим слушателям. А еще музыку призы, еще да. нужно послушать. Да. Так что давайте так быстро что... пауза и продолжим. Культ поход. Группа «Эльтанго» в составе Николая Донецкого и Алены Кошкиной сегодня у нас в эфире. Это «Культ поход». Будем слушать еще одну композицию или будем озвучивать призы? Давай мы сначала послушаем. Давайте композицию. Давайте это гораздо приятнее, чем озвучивать призы, честно скажу. Да. Ну, сейчас мы исполним совершенно новую песню, которую еще никто не слышал. Вау. Никогда. Эксклюзив. Да. Эксклюзив. Мы любим эксклюзив. Большая премьера. Мы как раз эта песня на стихи Чарубина де Габриак. Немного пришлось поформатировать текст чуть-чуть, но он практически не изменен, почти до единого слова. Чтобы все... он укладывался в музыкальный как раз размер. Да? До единого слова все так, но чуть по-другому. Эту песню я написал когда? Позавчера. Вчера мы ее... Нет, до этого я ее долго вынашивал. Вот, а вчера она позавчера она превратилась в ноты, и вчера на репетицию мы ее выучили. Поэтому, если мы вдруг что-то забудем, вы нас простите, да. И у нас не хватает немного инструментов, поэтому ну, вступление... Ну да ладно, уже не прибедняйтесь. Уже. Все будет... Алена, вступление да. спой, пожалуйста, давайте. Ты. Давай просто что-нибудь аккордами. Я еще не выучила эту песню. Когда выпадет снег, ты сказал и коснулся тревожно моих губ, заглушив поцелуем слова. Значит, счастье не сон, оно здесь, оно будет возможно. Когда выпадет снег, когда выпадет снег, а пока пусть во взоре томящем затаится, замолкнет ненужный порыв. Мой любимый, все будет жемчужно-блестящим, когда выпадет снег.
снег, когда выпадет снег, когда выпадет снег, когда выпадет снег, когда. Снег. Когда выпадет снег, и как будто опустятся ниже голубые края голубых облаков. И я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе. Когда выпадет снег, когда выпадет снег, когда выпадет снег, когда. Спасибо, спасибо большое. Николай Донецкий, Алена Кошкина. Как раз сейчас я нашел... Нашел Чарабину де Габриак. Это стихотворение, да, этой поэтессы было написано в 1907 году в Париже. Да, да, именно так. Это такое небольшое стихотворение, которое превратилось вот в данную музыкальную композицию. А ведь как будто прямо... Премьера, между прочим. Текст, да? Да. Да. Вот. Да. Начало века тогда, начало века сейчас. Что-то в этом есть общее. Самое интересное, что во всей этой программе... Я не знаю, почему-то именно сейчас она очень актуальна. Знаете, как кто-то сказал, что в России за 10 лет может поменяться все, а за 100 лет не поменяться ничего. Mm-hmm. Вот как раз не поменялось ничего. Я, когда вчера окончательно дорабатывал сценарий, и вдруг мне показалось... что все эти стихи написаны вот прямо сегодня современными авторами. Ну, во-первых, язык довольно современный, как ни странно. Потому что сейчас снова мода на такие фразеологические обороты. Винтажные такие. Винтажные, да. И, ну, вот как будто это вот они вчера, как будто эти великие люди живут до сих пор, как будто они сейчас. И вся обстановка, которая вокруг происходит, что... Все тонет в фарисействе, жизнь пройти, жизнь прожить не поле перейти, да? Вот такая вот история. Давайте, вот. Давайте начинать играть, да, безусловно, да, мы еще поговорим. Озвучим список призов. Быстро с Николаем пробежимся. Быстренько призам. Постараемся. Поехали. Билеты в театр «Кукол» в воскресенье 14 октября в 11 часов. Морозко, 0+. А билеты на любой фильм и сеанс в кинотеатре «Дружба». Билеты на «Кострому». Не железнодорожные. Это билет на национальное шоу «Россию. Кострома» 15 октября в Дом культуры Родины. Ограничение 0+. Да, билеты на концерт коллектива под названием «Юта». 10, кстати, ноября тоже у ДНТ. А, телефон организатора 26-60-96. Организатор Даниил Буторин. Книжки от магазина «Читай город». Владимир Березин «Дорога на Остапова». Путевой роман, в котором четверо друзей решили проехать последним путем Льва Толстого. Многое понять и остаться в живых. Андрей Филимонов. «Рецепты сотворения мира». Книжка для взрослых. 18+. Семейный роман, сага, роман, хроника. Дальше. Николай Стариков. «Ненависть. Хроника и русофобия». Книга рассказывает, почему Запад США никогда не считали себя равными ни Россию, ни Российскую империю, ни Советский Союз. Симона де Бовуар. «Второй пол». 18+. Тоже ограничение возрастной у книжки. Самая важная и точная книга о женщине, когда-либо написанная. Ну, Симона де Бовуар – это боевая подруга Жана Поля Сартра. Да-да-да. Эти и другие книжки вы можете купить в магазине «Читай город», Преображенская, 65, и Ленина, 103А. Сертификат на бесплатную дегустацию чая от мойчай.ру, а также купон на чайную церемонию за половину цены. На выставку «Новый альянс», о которой мы подробно говорили в прошлую пятницу, в культпоходе. Галерея «Прогресса», разумеется, это Горького 5, с ограничением 0+. Выставочный зал Вятского художественного музея приглашает на мировой выставочный проект «Песок и кровь» Франсиско Гойя и Пабло Пикассо. Ограничение 12+. И еще приз. Мировой выставочный проект «Песок и кровь» Франсиско Гойя и Пабло Пикассо. Ограничение еще приз. 12+. Еще приз. Наши уважаемые гости нам... подарит что-нибудь? Ну, не конечно, на нашем слушателе. Мы так смотрим, так это... Мы с удовольствием подарим билет на юбилей. Два билета на юбилей группы «Эль Танго». Два места. Два места, да. Совершенно верно. 10 ноября, напоминаем, Гауди Холл. Пожалуйста, вопрос, кто? Алена или Николай будут? Давайте я задам вопрос про...
Вопрос с подковыркой немножечко. Ага. Вопрос про великого русского поэта, главного, пожалуй, поэта Серебряного века, Александра Блока. Как называла Александра Блока Марина Цветаева? Блок, Блокушка, Блочок, Саша, Сашенька, Сашок. Вариант, первый вариант ответа. Птица в руке. Второй вариант ответа. Льдинка на языке. Третий вариант ответа. Ключевой ледяной голубой глоток. Господи. Или четвертый вариант ответа. Сейчас, минуту. Я потерял четвертый вариант ответа. Интернет что-то там на телефоне глючит. А может, трех хватит? Давайте трех хватит. Да. Как же называла Марина Цветаева Александра Блока? Ну, давайте послушаем версию. По-любому она называла его достаточно красиво. Добрый день, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Как вас зовут? Наталья зовут. Наталья. Попробуйте ответ сказать, птица в руке. А давайте вот еще вторую. Это почти правильно, да. Вот давайте еще вторую попытку. А можно там повторить? Птица в руке, льдинка на языке, или же ключевой ледяной голубой глоток. Ключевой голубой ледяной глоток. Принеси-ка мне чаю, говорила Маринцева. Льдинка на языке. Вот и давайте третий еще. И глоток. В общем, я так понимала, что все три вот правильные. Совершенно верно. Николай же говорил, что с подковыркой это все дело. Да. Какие отношения были? Высокие отношения. Высокие. Но мы вас поздравляем, безусловно, Наталья. Спасибо. Что еще больше поздравляем Александра Блока. Слушай, что какая-нибудь женщина так называла? На Кострому. Да. На Кострому. Все. Два билета на Кострому. Все, заметом, не кладите трубку. Two tickets to Dublin. Алена, вопрос. Алена, вопрос следующий. У нас реклама на носу. Нет? Тоже? Ну тогда, Николай, следующий вопрос ходом. А, прям сразу? Да, конечно. Да, сразу. Окей, друзья. Отстреляйтесь, потом песни будете исполнять. В каком году была организована группа «Эль Танго»? Крутой вопрос! Учитывая ту цифру, которую... Так ничего не надо говорить. Но при этом нужно обязательно сказать еще и месяц. Месяц. Опаньки. Тоже с подковыркой в вопрос. В юном месяце апреля. Это ты ложную подсказку делаешь. Я не угадал. Я надеюсь, ты угадал. Ставишь наших слушателей на ложный путь. 211-101 призов. Еще масса. Пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору, чтобы мы еще успели и композиции в исполнении Николая и Алены услышать. Ну, давайте, не стесняйтесь, звоните. 211-101. Общими усилиями мы найдем верный ответ. Тем более мы всегда даем вам возможность чуть-чуть подкорректировать свой ответ. Ну, неоднократно уже звучало. Цифра-то, собственно, юбилей-то, который... Ну, про цифру-то они празднуют. Додумаются. Вот насчет месяца, ну да, 12 месяцев под 3. 12 вариантов? Ну, в общем, где-то после 6 звонков мы... Максимум после 6 звонков мы дойдем до правильного ответа. У нас есть группа ВКонтакте, друзья. 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 У вас под рукой гаджет, вот, если есть, пожалуйста, заходите, ищите группу, и там, видимо, указано, да? Ну, конечно, конечно. История. Точная дата образования. Там, может, даже еще и число указано, нет? Нет, числа определенного, к сожалению, не смогли вспомнить, стерлось в истории, да. Но... Ну, хорошо, пока ждем мы звонка. Мы уже дождались звонка. А, уже? Я хотел просто про воспоминания. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. 10 ноября 1988 года было произнесено, что 30 лет. Вы нас озадачили, честно говоря. Я родился в сентябре 83-го. В пятилетнем возрасте, да, получается? Так. Да. Но вообще музыкой я начал примерно так заниматься, да, но... Да. Они празднуют не 30-летие. Пожалуйста, еще одна попытка. Да, вот попробуйте еще. Так, тогда... Ну? Может быть, 2000-го? Ну, не совсем верно. Вторая попытка была уже ближе. Уже ближе. Ждем следующего звонка. 211-101. Вспоминаете, сколько лет мы озвучивали? Мы несколько раз эту цифру сегодня сказали. Методом вычитания из нынешнего года у вас все получится. Элементарно. Задачка для нулевого класса. 211-101. Еще принимаем звонок. Да, примем звонок до перерывчика. Еще один. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена, ну давайте назовем, скажем так, вот какой юбилей празднуют в этом году «Эль Танго»? 10 лет. Да что ж такое-то? Так, 10 числа у них, 10 ноября у них будет юбилейный концерт. Да. А празднуют они чуть побольше. 15. О, так, отлично. Сейчас вы на правильном пути. Теперь вам осталось только назвать месяц.
Не-не-не, год. Год. Нет, ну 15 лет уже можно. Нет, я хочу, чтобы прозвучало. 2003. Вот. Отлично. Да. 2003. Угадайте месяц. А вот сейчас с месяцем будем плюхаться. Почему плюхаться? Октябрь. Вот, ну почти, почти. Почти. Время, сезон угадали? Нет. Все, время года не угадали. Время года не угадали. Давайте хотя бы время года. Да, то есть сентябрь, ой, в смысле осень уже вычеркнем, у вас осталось три времени года, угадывайте. Весна. Нет. Давайте, последняя попытка. Лето. Отлично. Лето. Мы же говорили, что все у вас получится. Я так в каких-нибудь серьезных... Это был жаркий август 2003 года. О, я думаю, что это попадет в какие-нибудь впоследствии серьезные книжки про музыку. Жарким летом 2003 года была организована, да. Хорошо, что хотите получить в качестве подарка, приза? Кукольный театр. Кукольный театр, все отлично. Не кладите, пожалуйста, трубку, наш редактор вам все объяснит. Спасибо. Да. Всего доброго и реклама быстро, и скоро продолжим. Культпоход. 10 ноября в Гауди Холл будет юбилейный концерт группы «Эль Танго» в честь 15-летия коллектива. Николай Донецкий, Алена Кошкина сегодня кое-что исполняет из той программы, да, которая будет звучать. Возрастное ограничение, Николай, не указали. Нам надо это сделать, этого концерта. Это будет ранний вечер, я думаю. Не-не-не, возрастное ограничение, в смысле возраст, с которого можно посетить мероприятие. Так он говорит, что ранний вечер, то ранний вечер, это могут люди помладше появиться. Да, конечно. 12+. Давайте будем дальше играть. 211-101. Николай Горин, да? Сейчас будет задавать вопрос. Я просто вспомнил, что сегодня такая дата, 12 декабря. Вы знаете, что сегодня? Сегодня Всемирный день испанского языка. Ну, я читал. Да, я читал. Я интересовался, потому что я тоже я так подумал, что да, язык, конечно, довольно-таки экзотический, октября. Скажем так, для массовой культуры. Тем не менее, многие очень популярные группы его используют в своих произведениях. Сейчас фрагментик прозвучит. Очень-очень популярная группа, которая зачем-то запела по-испански. А вы бы угадаете. Вот «Адьос амигос» — это испанский? Да. Интересно, как по-испански имена вот этой четверки звучат. А то, скорее всего, да, там сложности, наверное, были, конечно, у испанцев некоторых звуков нет. А сразу желающие ответить, даже вариантов предлагать не надо. Добрый день. А, добрый день. Кто добрый. Пел у нас? Алло. А кто это у нас сейчас пел? Я думаю, что это Абба. Вы правильно думаете? А как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, вы абсолютно правильно сказали. Да, Абба. У них, кстати, очень много песен на испанском языке. У меня вот есть это сингл хитс, там это у них песен 20. Период испанской экспансии. Нет, они просто экспансии не было экспансии, да, на Южную Америку, поэтому да. Без этого было никак нельзя. А, понятно. И, кстати, очень красиво песенки звучат, очень интересно. Вот, кстати, вот этот Happy New Year, он даже по-испански лучше звучит гораздо. А вот. Что выбираете? Приз. А Симона де Бавуар. Ух, вот она ваша, второй пол, отличная, толстенная книга, очень редкое издание, на самом деле. Очень. Если читать медленно, то года три. На года три вам хватит. Не особо крупный. Нет, это правда, не особо. Великолепная книга совершенно, поздравляю. Да, поздравляю, прекрасный подарок. Без всех, без яких шуток, конечно. Хорошо, мой вопрос тоже связан с 12 октября. Сегодня день рождения свой, 52-й по счету, отмечает Алексей. И, кстати, у него фамилия, ой, простите, отчество у него тоже Анатольевич, как часто упоминаю на нашей радиостанции для персонажа. Алексей Анатольевич Кортнев, я имею в виду, вот 52 года. Большое спасибо, я сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать Алексею Анатольевичу и коллективу под названием «Несчастный случай» вот за эту композицию. Давайте мы ее напомним, пожалуйста. Боги-боги мои, козероги мои, вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедной земли, все это слышно по радио. Позиция называется «Радио», соответственно. Одна из самых любимых у работников радио, я надеюсь, да. А сейчас вопрос, пожалуйста. Вопрос. Вот сейчас файлик номер 2 нашему звукорежиссеру говорю. Еще я толком не запомнил твоего лица, но мы поехали, купили 2 каких-то кольца. Играл орган, все пили вино, твоя мамаша... Твоя мамаша что сделала? Вспомните слова этой композиции. Вот мой вопрос сегодня. Ты хороший вопрос приготовил для слушателей. 211-101. Ну, понятно, да, какая композиция-то звучала? «Что-то имела» она называется. «Твоя мамаша». Вот так вот. Давайте это заполним нормальными русскими словами, то, что я сейчас тут промычал. Добрый день. Добрый день. Да. Как вас зовут? Светлана. Светлана, продолжайте недопетую строчку Кортневым. Почему-то назвала меня сынком. Ну, не сынком, там, именительный падеж. Сынок. Сынок. А дальше?
Толком не запомнил твоего лица. Поехали, купили два каких-то кольца. Так. Ты что, хочешь всю песню послушать? Ну, можно всю. Да там человек уже честно заработал приз. Твоя мамаша назвала меня сынок. Я понял, это намек. Я все ловлю на лету. Но непонятно. Что конкретно ты имела в виду. Ну вот, теперь да. Что выбираете? Какой приз? Кино. Кино. Любой фильм, любой сеанс в кинотеатре «Дружба», да? Да. Да, отлично. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим это редактором. Уже ваше. Так, 2 минуты у нас на то, чтобы пообщаться. Еще хотим музыкальную композицию, мы, конечно, безусловно, услышим. Сейчас пообщаемся еще. Сейчас пообщаемся 2 минуты. Николай, еще да, какие конечно. Сюрпризы нас ждут 10 числа в Гауде? Мы поговорили о лит-клубе «Борода», то есть люди будут читать, видимо, да, стихи. А еще какие-то музыканты присоединятся к вам? Непосредственно тут музыканты, которые будут исполнять. Некоторые музыканты, которые долгое время играли в коллективе, конечно же, к нам присоединятся. Будут совершенно новые музыканты, которые не играли в нашем коллективе, наши друзья. Всех секретов раскрыть все секреты мы пока не можем, вот, но все же основное — это новая программа, наполненная, интересная, необычная. То, что необычно, это точно. Как долго будет жить эта программа, сейчас трудно загадывать? Где вы еще ее презентуете? Ну, я намекаю на то, что вы скоро в Екатеринбург поедете. Да, мы поедем в Екатеринбург. Будут с этой программой? В этот раз будет другая программа в Екатеринбурге. Понимаю, да. Будет, конечно же, другая, потому что эта программа, она еще находится в репетиционном процессе. Mm-hmm. Ну, потому что там не так все просто. Очень много нужно свести друг с другом, чтобы все вовремя выходили, говорили слова, чтобы на определенном слове обрывалась музыка. Ну и так далее, и тому подобное. Вот. А эту программу мы, разумеется, во-первых, мы ее обязательно запишем на студии. Во-во, я хотел спросить, да, будет ли запись магнита альбома? Как раньше говорили, да? Ну, во-первых, к юбилею, к 10 ноября выйдет наш новый альбом. На пластинке? Ну, в смысле, на диске. На диске, да, на CD-носителе. И в электронной версии он тоже выйдет. Альбом этот называется «Питерский моросящий». В одно слово мы с маленькой песню, да. 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 Эту фразу даже помнится, мы как-то в качестве вопроса разыграли. Да, совершенно да. Верно, да. Какой-то «Питерский моросящий». «Кировский непросящий». Да, нисходящий, восходящий. Где пластинку можно будет заиметь? Заиметь пластинку можно будет для начала на нашем юбилее. Ну, уже, собственно, на юбилее уже будет. Да, конечно, она уже будет в физическом формате. Уже готова обложка, и вот осталось только отправить это все на завод и изготовить. Но благо сейчас это все делается очень быстро. Вот, поэтому будет новый альбом. Mm-hmm. Полностью авторские композиции, коллектива, инструментальное творчество и песни. Что, я даже не знаю, что еще там будет. Да, кстати, вопрос, который меня интересует, как вот когда берутся слова известных поэтов и кладутся они на музыку, там нарушений никакого, авторских прав? Нет, нарушения авторских прав. Не надо, поэтов начала прошлого века нарушения авторских прав уже не происходит. Потому что это уже все общественное достояние. Это достояние общественности, да. А что касается использования стихов наших друзей, допустим, Вани Пинженина, Аглаи Соловьевой, у нас с ними есть определенные договоренности, соглашения, да, о том, что мы имеем право использовать эти стихотворения. И, естественно, прежде чем песня начинает писаться даже, я звоню моим друзьям, там, или в Москву, или в Санкт-Петербург, и говорю: Ваня, привет, я хочу написать песню на твой текст. Он говорит: да, конечно, даешь, давай, добро, все. Даю, там, да. Все. Обязательно все, это все по любви. В письменном виде все... Понятно. Протоколируется. Понятно. Отлично. Сейчас будет композиция, завершающая сегодняшнюю программу «Культ поход». Благодарим. Большое спасибо нашим гостям. Николай Донецкий, Алена Кошкина. Концерт, который нельзя пропустить. Юбилейный концерт коллектива под названием «Мультанго». 10 ноября. Гауди Холл. 12+. Возрастное ограничение. Возьмите на заметку и не пропустите, что называется. Ну, теперь композиция. Ну что, еще немного «Серебряного века». Давайте. Спят.
Может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя. И в моем дому завелось такое. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно. Сонный дом за окно с огнем. Помолись, дружок, за бессонный дом за окно с огнем. Помолись, дружок, за бессонный дом за окно с огнем. Культпоход.